Всем привет! Представляю вам новую работу в своем магазине. Кожаный черный женский ремень с кожаными вставками из черной лакированной кожи с принтом под змею. Ремень выполнен из двух видов кожи. Кожи растительного дубления, окрашенный в черный цвет, из двух слоев состоящий, и декоративная отделка из лаковой кожи, черный с белым, с расцветкой под змею, змеиную кожу. Отделка на ремне сделана из стальных люверсов и хольнитенов, металлические элементы. Изнутри это смотрится вот так. Основные элементы – это объемные вставки, их три. Одна идет по центру ремня, по спине длинная вставка, далее идут элементы металлические, дальше идет две боковых вставки. То же самое с другой стороны. Длинная по спине вставка, декоративные металлические элементы и коротенькая вставка объемная. Вот так выглядит этот объем. С другой стороны, с другого бока. Сам ремень имеет такую особенность, поскольку такой рисунок, такие вставки требуют определенной симметрии. Значит, оптимально этот ремень подойдет для человека, талия которого 93-96 сантиметров. Я всего сделала три дырочки. Вот самая центральная дырочка, она имеет соотношение, то есть на талию 96 сантиметров. Можно на 93 вот сюда где-то на первую дырочку застегнуть, либо чуть побольше, если талия. Если талия гораздо меньше или значительно больше, то будет смещение рисунка, поэтому я вот советую только тем людям, у которых вот такая полнота, примерно размер только XL, если вот на европейский, либо где-то 50-52 размер российский попробовать. Ну или вот талия где-то 93-96 сантиметров должна быть. Вот так выглядит ремень. Черный ремень с декоративными элементами из кожи другой фактуры. Это лаковая, черная кожа, она вот так переливается, видите, блеск такой у нее характерный лаковый. Основной цвет кожи матовый, заполированный, естественно, вставочки вот так выглядят. Смотрите ссылки на магазины в инфобоксе. Русскоязычное пространство – это ярмарка мастеров, я там продаю свои работы. Либо англоязычное, то есть Европа или Америка, можете купить на магазине etsy.com. Ссылка будет в инфобоксе. Все, всем привет, всем хорошего дня.